Давай, дерево! Да, ты слился с природой, Крис. Ты одно посвети, тело. Свети на него, Саня, свети. Давай, поехали. Белый дельфин, блин. Белый дельфин как летит. Виллис, не врежься. Все, дельфин ушел. На большой круг пошел. Свети, свети на него, Саня. Лучший. Приз зрительских симпатий. Тебе фотографию в подарок. Рус, давай трусы, руки надо погреть. Не, так у тебя же есть. Да. Об дельфина грей, об дельфина грей. Об дельфина грей, говорю. Под выхлопную, подставляй. Блин, красиво тут, конечно. Я с тобой. Я дерево помогал тянуть. А что, ты замерз или что? Согрей его. Прогрей чувака. А друга, у тебя месячные начали? Какой у тебя бутерброд интересный вообще? Ребята, ту мусор, выбрасывайте вон. Кусай быстрее. Да, добивайте во мне. Макать? Ну конечно, а что? Кому еще дать кетчупа? У меня щедрый друг. Так, молодой отец регулирует карбюратор прямо с ребенком на руках, да? Смотри, свети на отца молодого. На отца всех лажем. Добавь холостые, это он 250 раз заглох, я считал. Газани, газани и загони. Газонители вогнет, оно потрогай, будет цвет блымать. Ну вот сейчас видишь, не блымает. Включи выключил, не блымает. А ну давай посмотрим. На свет нет предохранителей. Не предусмотрена конструкция. Даже габариты работают. Горит все. А вообще машина сказка просто. Закрывай капот. Ну ладно. Береги ноги. Береги ноги, я тебя прошу. Блин. Почти попал, да? Это жесткий. Яна, ты стоишь под обстрелом. Знаешь, как профессионально эти рубят? Раз туда, раз туда, раз туда, раз туда. Так а что ты ему раньше не сказал? А ну покажи. Я видео смотрю. А. Теоретик, теоретик. А он все время в одном направлении, ты видишь? Он, наверное, пьяный, блин, он не помнит ничего. Поставь шире ноги, очень узко ноги стоят, ты можешь упасть в любой момент. Стой, я тебе говорю. Не, ну так мы костер не нагреем, блин. Ну давай я, потому что это мы неделю тут будем уже. Ну да, надо уже дорубить. Ёханы бабай. А, ты чтоб с минимального количества ударов хотел разрубить? Нет. Хитрый, конечно. Просто. Пау, такое дерево и дорогу прикрыло. Вышло 20 джиперов и смотрело, как Лёня один бедный. Это дерево. Там минут 20 все стоят и смотрят. А неплохо получается, да? Так мы не хотели отрывать. Лёня бессмертный. Лёня, где ты? Лёня, надо дрова порезать. Я топор нашел, Леня. Так Леня-то на два раза ему перебили. А Руслан у нас еще рубал, то залез на него и стоял, помнишь, на парковой? Да, или посередине его поставить. Ну давайте на пару перерубаем. Да на середину, посередине. Так, новый дровосек свежий. Смотри. Запоминай. Студент, да. Пахнет матрасом. Блин, такой матрас был, жалко, конечно, запороли. Это с твоего запорожца матрас? Да.
Собирает двигатели. 24 месяца. Передашь привет бородачу? Да не, мы губы красим. Передашь привет? Не время. Тебе привет от всех нас. Мы тут без тебя скучаем. И где ты? Ждем, пока побреется и приедешь, да? Вот где ты? Побреешься, вот где ты? Передавай привет бородачу. Про бородача? История есть про бородача интересная. Едет бородач на крузаке и говорит: девчонки, поехали ко мне, повисим на офис. Так. Приезжает, короче, ну и правда, у него там стол версионный. Красный. Перед ногами начинает висеть бородач. Вот такой анекдот. Висит на гараже он. Да. Бормоча в голову ударил. Передавай, бородач. Паша, где ты? Приезжай. Бедный, надо на гараже. Ты опять где-то, что, на заводе в Мерседеса? Эти самые, учится, прокладки собирает, делает, а? Прокладки. Реально на столе зависает. Ты сделал ремонт, это как ремонт двигателя, а ты стал уже другой вообще. Не тот. Не тот. Да. Не торт. Да, барон. Не очкуй. Блин, Серега. Вот, ем. И мать встает, говорю: слышишь, где ты? Тебя 13 лет. Где ты был? 3 часа в ночи. Мам, мам, успокойся, успокойся. Давай. Это самое. У меня был сегодня первый раз секс в жизни, поэтому и мама в шоке. А, ты, не знаю, что сказать. Давай тогда присаживайся, выпьем, закурим, поговорим о этой. Он: мам, закурить закурю, выпить с тобой тоже могу, но сидеть я долго не могу. Это жесть вообще. Черный анекдот. Это дурацкий секс получился. Дурацкий. По факту. Не, бородач к тебе не приедет. Зато он к нему ездит туда зависать. Да? Ну да, они же там висят. На вот этой... На этой... БРСМ, да? Да, да. БРСМ. БРСМ нафта, да. БРДМ. Мазай там. БРДМ ты или что ты имел? БРСР, да. Ух. Хорошо тебя сделал. О, так напали мы. Понятно, что вы у него не можете починить, блин. Вы там заняты непонятно чем, блин. Прокладки все дырявые, блин. Не под скрепсом занимаются. О, кровать моя пошла. Понимаешь? Мазай теперь с этой хуйней будет на покатуху ездить. Да? Сидит возле костра, а он будет тут качаться. Не-не, он вкуса сказал, установит и все. Стационарно уже. А, и будет ехать там? Не, там Олег будет ехать. И будет подъезжать, извини, будет подъезжать. Тёлочки, у меня одна штука в этом, в кузове. Давайте заходить. Ложись. Уху, уху. Вот так. Да. Прикинь, он сейчас как икает там дома. А, унимогами. Да. Жека, да ты без машины сегодня, не очкуй. Прогревает печку. Прогревает печку. Да, да. Виллис, да. Условия дела. Завели, провели. Новые. И уехали. Так, ну что, поехали или что? Так, а что, поехали, конечно. Стол надо сложить. Тогда надо же еду забрать у тебя. Что стол? Стол не важно. Топор мой где? А кого стол? Топор я не знаю, уже отжали. Трахаться. Трахаться. Вот бы ты еще так на польском говорил, как он на русском. То такие же умные. Так, что, в обратный путь, да? Да. В обратный путь. Покушали, костер распалили. Вдруг где-то бомжи в засаде сидят, будут нам благодарны, да? Придут, погреются. Так, что у нас тут? Нива, приборы перестали, я тебе буду светить. Да нет, они перестали, я просто надеюсь, что... А то ты предохранитель трогал, я думаю, что... Иди назад трогай. Так, сейчас уже ноги заложу. В общем, в обратный путь. Оффроуд сегодня четкий. И конкретный. И долгий. Они поставили себе ее, да. Не, ну там, видишь, он говорит, мост в багажнике валит, раздатка лежит. Короче, надо собирать. Так, главное, кузов какой. А? Ого! Это что, это подарок для него. Вот на автоге по 1000 нету. А если есть по 1000, то там. Так, все, валим в сторону валим, дома. Валим, прыгай, к Вите. Обходи, режь слева, режь, вон колея, колея, режь слева. Я до них домой еду, Руслан. Блин.
Ни хрена мы так не поедем никуда. Да не, мы их выведем, они дорогу не знают просто. На асфальте будешь за ними ехать. Я же думаю, домой тебе знают. Да нет, не знаю, тут глухие места. Ну поехали, Леня там а плачет, ты нас ищет. Ты не заснял, когда ты скатывался вниз, и Витя за тобой бежал. И когда? Вазик! Вот и снял, это такой, да? И за тобой. Так, слезы, да, текли на ноги? Он, думал, что он сам туда поехал, я не знаю. Смотри, один у костра остался, видишь, ты не хотел ехать. Забыли человека, ё-моё. Я говорю, что надо к Лене ехать. Ты видишь, что с Люлей проблемы? Мы уфрут, братья, своих не обманываем. Выходи, закрывай дверь. Давай на второй круг. На второй круг идем. Режь, режь вправо. Леня вправо режь, да. Что-то где Леня? Посмотри, да? Он хоть другое колесо начал качать? Едь к Лене, к Лене едь. К Лене едь. Блин, что-то шизуха косит наши ряды, да? Это плохо тебя видно, вот так лучше. О, так вообще как дома. Вроде в баре мы где-то, да? Давай возле Леника стоим. Давай, где Леня? И ему видно. Видишь, Лёня у нас сверху тут, но у меня кухня. Как кухня у тебя? Ну да, это как моя кухня. А где ты перчатки такие взял модные? Что, про костру проехал? Больше так не ездил. У нас там с бензобаком проблемы. Так проблемы. Там еще шурупы от кровати лежат. Ну да. Потуши свет, плохо видно. Они. Леню не видно. Где он? Где Леня? Ты видишь его? Нет вообще. Стой, стой. Сдай назад. Давай возле него будем подгонять его. И что мне с этим делать? Разогнаться, потушить? Это вообще, это вам не дома на диване, да? Конечно. Пальцы чувствуешь на ногах еще или нет? Ну, я знаю, покажи что... кроссовки, я летом в более теплых хожу. Да. Не, ну не такие у тебя, у Вити пожестче, да? У меня, ну, зима-лето. Всесезонные. Как это шины, которые все хотят купить. Поехали тут поперек, Мерс Поехали. Колеса одинаковые или нет? Свет, свет, потуши, тогда их не видно. Не надо, не надо, не надо. Не включи, наоборот, чтобы они нас видели. Продолжаем. Тянаться будем? Это какое-то сумасшествие. Где Леня? Поехали к Лене съездим. Мы давно у него не были. Поехали к Лене. Макс, что делать, давай. Вот этот батя на джипе, он вообще вышел. Жесткий. Да. Леня, наверное, не знает, что мы просто все его ждем. Да, Леня мог бы раньше немного светнуться, на самом деле. Да, что-то Леня, конечно, сегодня уже не тот. Туши свет. Понял. Витя, туши свет. Все. Что, Леня накачался? Он и был вроде подкачан такой. О, так хорошо Макс светит, да? Ну да, он уже говорит. Я думал, он дома уже тебе звонит. Так, с Сундуковского выходим. Да, караван пошел. Караван пошел. В темноте приехали, в темноте. О, за Виллисом едь. Осторожно, Витя, Витя, Виллис дорогой, понял, Витя. У меня будет неделя. Витя, береги Виллис, я тебя прошу. Чуть, чуть не заехали. Летим назад, осторожно. Притормаживаем. Включи фары, может. Включи фары, Витя, нас плохо видно. Чтоб встречка нас видела. Да у меня габариты горят. Или ты фары для этого? Для этого и для того. А для этого мы сейчас вымыть. Зачем оно мне надо? Я берегу.
Да нет, Витя, Витя, блин, колеса отрываются. Витя. Да нет, Витя. Витя, это конец. Витя, это конец. Ты помнишь дорогу? О, Виллис. Смотри, стой. Стой, рубится. Тихо. Подожди. Блин, он в таком не был вообще. Да, по-моему, вот так вот почти куда-то туда. Виллис тут застрял, подождите. Если бы не ретро, мы бы его подтолкнуть могли. Давай, я вас буду здесь ждать. Да его толкнуть надо, он сейчас поедет. Свет пропал. Там льдина, наверное. Включи свет как-то. Бля, вот он грязный, он мне сейчас заляпает, ты не будет. У меня сильно чисто. Там поедет. Ну ему, конечно, что-то мешает. Ему надо назад, там льдины лежат просто. А ты как будешь ехать? Борется нормально. Траекторию сразу выберется. Дверь закрой! Витя лично пошел спасать Виллис. Какой он целый этот Виллис вообще. 42-й год, оригинал. Слышишь, он, наверное, стоит дорого. Да, ну дороже, чем у Сани в Рангле Рубикон. Да? Да нет. Ну стоит, да. Что, Витя? Тонет? Да. Где там зато прикол, да? Чуть-чуть не хватает. Идет. Борьба не детская такая. Сейчас втроем вытолкнут. Почти. Вышел, красавчик. Не вышел, повис, да? Ага. Все, он висит на мосте. Алло. Повис полностью. Мы тут на Запорожце висели, четко в этом месте. Да? Угу. Точно так же шли красиво. Толкаем Виллис. Сильная канава, да? Попробуй справа. Или... Или слева. Ёханый бабай, Витя, шея! Нахрена я его туда послал? Стой, все. На, открывай, дверь снимай. Так, ну в этом месте. Тут и Запорожец застрял в прошлый раз, так что это не обидно, да? Ты был тогда или нет? Я, конечно, был. Не было тебя. Был я в конце колонны ехал. Был я. Давай.
да, немножко. Человека хватает, чтобы одного человека хватает, чтобы толкнуть эту машину. Хорош. Четко едет. Ну реально не зарывается, просто потому что он легкий, потому что там нету грязевой резины. Из-за этого думаешь проблемы? Нет, это плюс. Это плюс. Это... Виллис поехал. Ёханый бабай, да? Захар что-то сломал, кажется. Что-то сломал. Кто-то рукой там все время. Сколько я денег на них? Или больше не просто. Витя, как-то темно, блин. Ну я ничего не могу взять. Так включи фары. Да. Бережет фары. Да чтоб лампочки не перегорели, ты, да, или что? Да. Как-то в темноте мы идем. По трассе пускай будет свет чертей. Ну да, по трассе, да. Здесь вон Макс сзади едет. Ёханый бабай, что-то нас боком опять ставит. Какой-то дрифт тут уже самопроизвольный. Что-то темно как-то, Витя. Включи я хоть. Я уже, если честно, не могу с этим дрифтом бороться, у меня руки устали. Давай я хоть включу в телефоне свет, так о, может виднее. Спасибо. О, лучше да, видно. Нет, да, нормально, валим. Вот тут ты взлетал в прошлый раз, помнишь? О, колонну. Видно теперь. Да, тут мы. Витя! Он идет по приборам. Смотрите, приборы видно. Больше ни хера не видно вообще. И вдалеке, блин, трасса где-то там. Не, ну так. А, во! Впереди там лампа! Ты ж мог ослепить водителя фуры, елки-палки. Этим светом. Включи свет, уже в трассу уже. Я свет до последнего берегу, у меня его мало. Бережет свет, блин. А что, не оплачен или что? Да. За февраль? За январь? За Байкарие. Блин, в полной темноте. По приборам куда-то идем. Хрен его знает. Ну, хотя после того, что мы перенесли сегодня в этой машине, только не рожали, блин. А так было все. Ладно, сейчас включу. О, блин. Что тут происходит, блин? Ну, рубани вот эту дуйку. А, дуйка? Ага. Сейчас я дверь закрою, тебе будет теплее. Куда вам? Куда, мужчина? Безнал по маршрутке ходит. Надарниц. Смотри, а ну стой, стой, вот так, стой, Витя, смотри туда. Нет, ты сюда? Вот так, стой. Нет. Ну, не, надо было открыть. А тогда сюда. Стой, сюда чуть-чуть голову сюда. Забери. Витя, смотри на него смотри. А ты на меня, стой. У Криса Кока-Кола, забери.